What is happiness for you? И еще раз об опиумном составе для производства метали. Соотношение 1:1. Гипс 2 килограмма. Мел 2 килограмма. Наполняет емкости. Но самый главный момент. После наполнения вот этих емкостей обязательно помещаем этот состав в духовой какой-то шкаф. Это нужно хорошо прожарить и посушить при температуре как минимум 200 градусов и как минимум часа где-то 2. Не люблю вот это мероприятие распыления этого состава. Значит, прожариваем эту банку в духовке на протяжении 2 часов, температура 250 градусов.